создали красивый наборчик, обработали руки, отняли у меня мой собственный антисептик. В наборе маска, одноразовые перчатки, вышка для голосования и пакетик удобно гречку хранить. Пойдемте. Посмотрим, что там. Пошли. Смотри, Оля, там виден. Красота. Давай посмотрим. И твой любимый сотрудник в розовой рубашке. Да? Сотрудник ФСБ в розовой рубашке, во-первых, это просто красиво. Красная ковровая дорожка, кованый пилин, мрамор. Шик, блеск, красота. Нас здесь ждет разъяснение, голосование. Так, давайте прочитаем. Поддержка российской науки, ответственное отношение к животным, семейные ценности, стабильность развития, защита суверенитета, во власти только патриоты, социальные гарантии. А где же обнуление? А где же обнуление? Где оно? Наука, культурное наследие, животные, природное богатство, поддержка волонтеров и НКО. Нету. Обнуление? Нету. Наш участок 83-15. Боже, как красиво. Ах, повезло. Наш любимый старецкий отделение. Здрасте. А, хорошо, мне сейчас, ждать. Сейчас освободятся. Всего доброго. Если есть за границей. Ну что, голосуем? Хочется, конечно, что-нибудь изобразить, но ладно. А изображу. Но не покажу. Та самая радуга над Кремлем. Кстати, буфета сегодня нет. Хваленые пирожки и бутерброды с сыром мимо нас. Но мы увидели радугу над Кремлем. А есть буфет? А может попить кофе где-то? Вот сейчас. До свидания. Ну вот и все. Посольство в праздничном убранстве. Но куда делась поправка про обнуление? Загадка.